Вас приветствует Алена Ариес. Что принесет вам вторник? А вторник принесет вам какие-то раздумья, а еще, девочки, ожидания. Какие-то ожидания чего-то вы будете ждать с нетерпением. Так, еще исполнение ваших желаний. Вот это то, чего вы будете ждать. Будете ждать, чтобы что-то случилось, произошло, исполнилось то, чего вы желаете. Но во вторник вряд ли, хочу вам сказать, что вряд ли то, что вы будете ждать, вряд ли во вторник реально случится. Вот, вижу тут общение или, может быть, объяснение в чувствах со стороны мужчины. Мужчина шатен, с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый, интеллигентный, очень предупредительный молодой человек. Либо объяснение от него последует, либо какой-то разговор между вами состоится. Вот. Скорее всего, мужчина вам знаком, не новое знакомство. Да. Еще я тут вижу решение, вот как раз таки, возможно, вы ждете решения какого-то вопроса, связанного с документами, но он решается там на заднем плане, за вашей спиной. Ну, то есть, не вы его решаете, собственно. Вот. Но пока во вторник я результата не вижу, тут, конечно, все в ваших силах, да, но нет. А вот общение с мужчиной, да. Вот, ну еще что, хорошая новость, что придут какие-то денежки. Вот, но не те, которых вы ждете. Вот, да. Ну и встречу я вижу, вот общение я вижу с молодым человеком. Иногда карты вот здесь больше я вижу все-таки общение. Вот, а встреча может вечером у вас состояться. Нет, общение я все-таки вижу. А, да, вот с подругой может быть, с подругой, с родственницей какая-то встреча может быть, как говорят, за рюмочкой чая, да? А вот. Ну, в общем, да, такой день, с одной стороны, насыщенный, но насыщенный, знаете, больше вашими ожиданиями, чем реальными событиями. То есть очень много у вас как-то мыслей будет, будете что-то обдумывать, чего-то ждать. Но из-за того, что, скорее всего, из-за того, что будете сильно ждать, то во вторник вряд ли вот такие важные для вас моменты случатся. Там на заднем плане, я же говорю, оно решается. Но во вторник вряд ли вы получите ожидаемое. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. Всего за 4 занятия начнете предсказывать сами. Ссылочка внизу.